чури не упадут. Что случилось? Это она разбила. Теперь ее мама убьет. Кто это сделал? Ириш, ты? Ты, Даша? Это я виновата, Анатолий Евгеньевич. Я вытирала пыль и случайно толкнула вазу. Извините, но я готова или заплатить, или починить. А девочки тут совсем ни при чем. Заплатить. Заплатить она хочет. Тебе денег не хватит, чтобы за это заплатить. Покажите руки. Не порезались? Стойте на месте, пока никто на осколки не наступил. А я сейчас уберу. Аккуратно. Аккуратно. Спасибо. Испугалась? А я испугалась. Ай! Порезалась все-таки. Ну-ка. Даша, неси аптечку, бегом. Иди сюда. Ну что, больно? Ничего, до свадьбы заживет. Сейчас позавтракаем, гулять пойдем. А когда мама придет, она не будет тебя ругать? Не будет. Так. Держи. Тихо. Больше не болит? Я гулять хочу. Сейчас пойдем. Ну что, Машенька, ты как себя чувствуешь сегодня? Да? Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Ага. Иди, прими заказ. Хорошо. Здравствуйте. Девушка? Да? Дайте мне 150. Водка, коньяк, виски. Водка. Закусывать чем будете? Яичница. Хорошо. Водки 150. Примите заказ, яичницу, одну порцию. Thank you.
полезное. Пробовали? Нет. Мама сказала, что закружится голова и будет плохо. А у меня ни капельки не закружится. Ну что, хотите прокатиться? Да, я об этом всю свою жизнь мечтала. Ну тогда пойдем. Идем греться, пить горячий чай. И есть мороженое. А не простудишься, мадам? Конечно, простудится. Но если осторожно, то, наверное, можно. А как же? Только осторожно. А как же еще кушать мороженое? Кириш, а обед как же? Между прочим, по телевизору говорили, что мороженое очень полезно перед обедом. Да? Да. Ну тогда у нас нет выбора. Идем в кафе. Вас убрать что-нибудь? Осторожно. Не глотай сразу. Сама не глотай. Забыл, как мама тебе уколы делала? Ничего я не забыла. Больно было? Конечно. Из-за Дашиного горла мама не поехала на важное соревнование. Ты знаешь, мне мама в детстве тоже сама уколы делала. И приятного в этом, конечно, мало. Приятного в этом, конечно, мало. Все, девочки, нам пора домой. Собирайтесь. Как, уже? Да. Я помогу. Угу. Давай. Катя, да? Вы знаете, я сегодня звонил маме, попросил ее найти моего тренера. И еще я сказал, что на Новый год мы, скорее всего, приедем вместе. Она так обрадовалась. Я надеюсь, вы еще не передумали. Нет, конечно, не передумала. Отлично. Было бы здорово. Спасибо, Михаил. Мы готовы. Пошли, девочки. Ириш, давай ручку. Нам дядя Миша свет починил? Да, дядя Миша. А мы еще пойдем кататься на канатную дорогу? Ну, это мы посмотрим на ваше поведение. Ну, ладно, я сплю. Ну, давайте, спите. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Катя. Что? А ты умеешь делать уколы? Ты что, заболела? Ну, вот я так и знала. Да нет, я просто спросила. Нет, не умею. Поняла? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Мужчины, мы уже закрываем. В 12 скоро мы до 11 обслуживаем. Ну чё ты? Ну? Слушай, уже время столько. Чё да там? Уходить не хочет. Придется охрану вызывать. Добрый вечер. Добрый. Угу. Вы за ним? Да. Наконец-то. Ну, забирайте. Анатолий Евгеньевич, пойдемте домой. Поздно уже. Там дети одни. А, чемпионка. Дети пусть спят. Так ты хочешь стать второй Татьяной Заболотной? А ты хотя бы понимаешь, что ты такой чемпион Европы? Какая-то колоссальная высота. Какую нужно иметь подготовку. Какой-то изнурительный тренерский труд. Думаю, понимаю. Ничего ты не понимаешь. Анатолий Евгеньевич, пойдемте. Там дети могут проснуться. Что ты заладила одно и то же? Дети да дети. Ничего с ними не случится. Я сказал. Все. Точка, конец. Ну, хватит. Пойдемте уже. Ладно. Пошли. Спасибо. До свидания. До свидания. Десять лет семейной жизни, блистательной спортивной карьеры. Все ушло разом в песок. Точнее, в снег. Один ход снежной королевы, и нет ничего. Ни жены, ни рекордсменки, ни матери. Ничего нет. Пустота. И ты теперь, наверное, тоже не останешься. Да что я? Конечно. Ты же не для этого сюда приехала, чтобы чужим детям слюни вытирать. Не для этого. А я, кстати, видел вас сегодня там, в детской. Вы лежали все вместе на одной кровати. Выглядело все достаточно трогательно. Это ничего не значит. Катя, а что ты скажешь, если я возьму тебя в свою коммерческую группу? Коммерческую группу? А чем она занимается? Ну, по сути, это обыкновенные тренировки. Только для разных бездельников, которые приезжают сюда на каникулы отдохнуть. Платят большие деньги и за неделю хотят стать великими мастерами. Я тебя буду учить бесплатно. Правда? Правда. Прошу, только не уезжай сейчас, а? Группа соберется к Новому году, а мы с тобой можем начать хоть завтра. А с питьем я все завязываю. Слово даю. Пятка-носок, пятка-носок. Все твое движение.
И кисть разжимай в конце толчка, а то замерзнет быстро. Не набирай воздух со старта. Потом, по ходу движения, выровняешь дыхание. Готово? Поехали. Мясо очень горячее. Я хочу на Новый год шашлык. Не поверишь, я тоже хочу. Ясно, будет вам шашлык. Так и скажем Деду Морозу. Ура! Что вы такое с ними сотворили? Нет, правда, я не могу вспомнить, чтобы они так отвязно веселились. Вы просто волшебница, Катя. А по-моему, у нас выросла большая-большая хитрюшка. Раньше ты прекрасно засыпала и без Кати. С Дашей. Да, но тогда не было Кати. Так, все. Всем спать. Спокойной ночи. Ну ладно, спать так спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Катюш. У нас ёлочка будет, как принцесса. Еще бы. Вот Дед Мороз увидит, какая у нас здесь красота. И сразу же к нам в гости приедет. И подарки принесет. Ну, конечно. Дядя Миша приехал. Здравствуйте, дядя Миша. С наступающим Новым годом. Спасибо, красавица. Тебя тоже. Готовитесь? Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, Привет. Миша. Привет. А мы елочку наряжаем. Молодцы. Катя, вы знаете? А я маме позвонил, и она нашла Оксану, моего бывшего тренера. Оксана Полтавская, олимпийская чемпионка. Помните? Вот как? Да. Они нас очень ждут. Когда? Я рассчитывал, что мы поедем завтра. Завтра? А как же Новый год? Знаете, Миша, я не смогу. А как? Вы же сами видите. Вижу. Ну, с наступающим вас Новым годом. А вы приходите к нам. Спасибо, Дашенька. Я постараюсь, если получится. Пока. Пока. Пока, дядя Миша. Пока. Ух! А папу? И папу. Ну все, ложимся спать, милые дамы. 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 Давай.
закончилось веселье. Спать. Отбой! Спокойной ночи. Приятных снов. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Анатолий Евгеньевич. Вообще-то у меня на этот вечер другие планы. Вот, смотри, я распечатал. Это значит, на завтра, на обед. А это... Хорошо. Совсем недавно я ничего не знала о вас. А теперь ни я, ни мои девчонки не могут себе представить дальнейшей жизни без вас. Они замечательные. Это правда. Вы не поверите, но есть еще одна важная вещь. Какая? Вы изменили меня. Вы придали моей жизни новый смысл. Раньше я относился к своим девочкам как к чужим. Они были просто предметом спора с Татьяной. А теперь я чувствую себя отцом. Я чувствую, что я ответственный за них. И мне становится так хорошо, как никогда раньше. И все это благодаря вам. Да бросьте. Я тут совсем ни при чем. Просто так бывает. Дети остаются в стороне, когда родители слишком много думают о себе. Может быть. Добрый вечер. Добрый. Мой заказ. Сейчас принесу. Вот, пожалуйста. Спасибо вам за вечер. Было очень приятно. Не за что. Скорее, это вам спасибо. Я сказал, что хотел, а вы меня выслушали. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Саш, ну чокнуться надо, ну вот ведь. Иришка, с Новым годом. Дашуня, Дашунька моя, красавица, с Новым годом. А Кать, почему не поцелуешь? Так, все, идите, сейчас будем подарки раздавать. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Так, дети, подарки! Готовимся, готовимся! Вы становитесь сюда, вы становитесь и не подсматривайте, пожалуйста. Так, мы, конечно, не Дед Мороз и не Снегурочка. А вы, девочки, приготовили нам стихотворение? Давай, подавай. Угу. Какое стихотворение ты мне прочитаешь? Я? Да. Про зиму. Про зиму, давай. Мы прочитаем про зиму. Ну-ка, давай, становись. Я очень счастлив. Спасибо тебе. А ты? Я не знаю. Но так хорошо мне никогда не было. С Новым годом. Папа пришел. Привет, пап! Здравствуй. Всем привет. Здравствуй, папа.
Ну, что у вас тут? А у нас на ужин рыба. Ледяная и горячая. Ледяная и горячая. А у меня мороженое. Мороженое. Холодное. Мороженое. Подогреть бы. Подогреть? М? Подогреть. Сейчас мы его подогреем. Подогреть? Анатолий Евгеньевич, доброе утро. Доброе. Спасибо, что не заставили ждать. Вот что значит профессионализм. Ваша группа вас уже ждет. Отлично. Так, товарищи, приготовились к занятиям. Ну, здравствуйте, Анатолий Евгеньевич. Рада встрече. Здравствуй, Вероника. Чай допивайте, берите лыжи и строимся. Какими судьбами ты тут? Ты не рад? Рад. Может, встретимся сегодня вечерком? Вспомним прошлое? 3 года прошло. Даже не знаю, что сказать. У меня дети. Я все знаю про тебя, Толенька. Все знаю. И про твою Татьяну. Как и раньше между нами, уйти ушла, кандалы оставила. Дети не кандалы. Извини, не хотела тебя обидеть. Ну, так я буду ждать. Анатолий Евгеньевич, ну что, начнем занятие? Мы уже все готовы, ждем ваших указаний. Собрались. Да, начнем. Отлично. Так, ребята, не расходимся. Ваш тренер. Здравствуйте. Вам уже сказали, меня зовут Анатолий Евгеньевич. Я ваш инструктор. Ну что, давайте знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ инструктор, я палку дома забыла. Шуток можно я схожу? Да? Девчушка, что, мы не похожи на настоящих спортсменов? Здравствуй. Привет. Устал? Немного. Дети спят? Еще нет. Только поднялись к себе. Пожелаешь им спокойной ночи? То не слышали, как ты пришел. Это обязательно? Ну, конечно. Ты же их не видел с утра. Помнишь, я тебе про папу рассказывала? Как он каждый вечер заходил ко мне в комнату и желал мне спокойной ночи. Я это на всю жизнь запомнила. Да, извини. Я просто замотался. Как занятия прошли? А, бестолково. Не лыжники, а какая-то группа здоровья. Даже не знаю, как я тебя с ними буду объединять. Ничего. Я в сторонке. Как начинающая. Кать. М? Ну какая ты начинающая? По сравнению с ними, ты просто мастер спорта. Видела бы ты, какие там экземпляры. Вот завтра и посмотрю. Если разрешишь, конечно. Не надо. Я прошу тебя, мне будет неловко. Вот когда они все разъедутся, я займусь тобой индивидуально, когда нам никто не будет мешать. Ты не против? Как скажешь. Мои руки, буду тебя кормить. Мне вообще-то еще в управление сходить нужно. Там проблемы со страховкой у одного из клиентов. Я за договорами заскочил. Управляющий неизвестно, когда придет. Давай, ложись спать. Не жди меня, хорошо? Я без тебя все равно не усну. А поесть тебе все-таки нужно. Весь день на холоде. Привет, папа! Привет! Привет, белочки! Вы чего повскакивали? Ну-ка, брысь по кроватям, простудитесь. А папе спокойной ночи сказать. Папа сейчас к вам сам поднимется. Ложитесь. Ничего, ничего, пусть. Ладно. Побежали. Быстро целуйте папу и спать. Все, теперь по местам, красавицы. Спокойной ночи! Спокойной ночи. Поешь, пока горячее. Все на столе. Девочки, ну-ка по местам.
никогда не поедем в интернат. Ну что ты такое говоришь? Конечно, не поедете. Я этого не допущу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Как только узнала, что Татьяна тебя бросила, сразу записалась в эту клоунскую группу. Толенька, ты даже не знаешь, все эти 3 года я только о тебе и думала. Почему же не знаю? Я сам часто вспоминал. Правда? Ну, когда забывал, Татьяна напоминала. Собака на сене твоя, Татьяна. Прошу тебя, Вероника, не надо об этом. Ну, почему? Ну скажи, почему эта снежная королева должна чувствовать себя свободной, а ты должен заботиться о ее детях, а? Это наши дети. Кстати, с кем они сейчас? С няней. Все так ужасно запуталось. Вот видишь, ты даже сейчас не можешь о себе подумать. Но ведь уже не мешает твоя чемпионка. У нас с тобой все впереди. Слышишь? Одно твое слово, и мы уедем завтра же. Я не хочу тебя больше ни с кем делить. Пошла. Следующий. Пошла. Следующий. Пошла. Подожди. Я на минутку. Угу. Пап, мы к тебе пришли. Что вы здесь делаете? Я ж просил, Кать. Ну, мы решили покататься на канатной дороге и решили тебя проведать. Мы ненадолго, ты не волнуйся. Ты скоро? Нет. К обеду, думаю, буду. Здравствуйте. А это ваши дети, Анатолий Евгеньевич, да? Да. А это их няня, Катя. Здравствуйте. Очень приятно. А мы идем кататься на канатную дорогу, а потом в кафе кушать мороженое. Да, Катя? Еще чего. Катя, пожалуйста, не надо их баловать. После вашей прогулки сразу домой. Хорошо. Мы пошли. А что, не будем
мороженое кушать? Нет, Ириша, папа не разрешает. Милые девочки. Анатолий Евгеньевич, а не это ли скромная няня причина ваших колебаний? Что за глупости? Хочется верить. Я сегодня уезжаю сразу после обеда. Ты же знаешь, я не фанатка лыжного спорта. Так что решай, Толенька. Анатолий Евгеньевич, может быть, после этого круга дадим перерыв? Дадим. Отлично. После этого круга все на перерыв. Здравствуйте. А где Михаил? А его нет. Он домой уехал. Вы что-то хотели? Да нет, ничего. Мы, значит, не пойдем кататься на канатную дорогу. Чего? Канатка на профилактике. Завтра приходи. Ну вот. Ну ладно, пойдем. Ничего, Лешка. Садись на санки, покатаемся. Сейчас. Давай вперед. Осторожно! На сушилку и быстро обедать. Ура, обед! Даша, поставишь суп? Хорошо. Ура! Ириш, ну не вертись. Ириша, Ириша, все. Тихо, хватит вертеться. Ложись. Все, девочки, отдыхайте.
Вы почему не спите? Катя, ты уходишь? Катя. Вы почему без тапочек? Вы что, заболеть хотите? Ты уходишь. Нет. Я никуда не ухожу. Я с вами, с вами. Что в следующем году у нас будет другая елочка. Даже лучше, чем эта. Да, даже лучше, чем эта. Неси в дом. Давай. Ой, какая тяжелая. Добрый день. Мне нужна Татьяна Заболотная или ее муж? А их нет, они уехали. Уехали? Понятно. Значит, у меня верная информация. Что за информация? Это их дети? Да. А в чем дело? Я управляющий делами лыжной базы, а вы, как я понимаю, их няня, да? Да. Ну что случилось-то? Дело в том, что я вынужден вас выселить. Как выселить? Срок действия договора на аренду этого коттеджа истек 1 января. Если в течение недели не будет заключен новый договор, вы просто обязаны освободить этот коттедж. Неделя? Да. Ну а дети-то как же? Они-то куда пойдут? Раньше надо было о детях думать. Поехали. Алло. Алло. Алло, это детдом? Катька, ты что ли? Алло. Катька. Алло, кто это? Это Лиля. Ну ты что, не узнаешь, что ли? А ты где? Я сейчас далеко, Лиль, на лыжной базе. А, ну как ты там, наша чемпионка? Ты тебе же пахнешь? Как всегда, Лилечка. Изо всех сил. Мне Денис Иванович нужен. Он же обычно в детдоме до полуночи. Каждый день, да. А сегодня ты промахнулась. Ушел уже старый. А что ты хотела? Посоветоваться мне с ним нужно. По важному делу. Ну так советуйся со мной. Или секрет? Да какой там секрет? Мне ведь комната полагается. После детдома от городской управы. Ну, расположено, значит, обеспечат. Димка твой квартиру у любого из горла вырвет. Он сейчас в мэрии устроился водителем. Какого-то хозяйственника возит. Приедешь, будет прыгать до потолка. Да, наверное. Да приезжай. Лишнюю порцию борща мы тебе всегда найдем. Да в том-то и дело, Лилечка, что я теперь не одна. В смысле? Замуж вышла? Нет. Дети у меня маленькие. Да когда ж ты успела? Они не мои, чужие. 7 и 5 лет. Приезжай. В первый раз, что ли? Я не хочу, чтобы они в детдоме жили. Мне бы насчет комнаты. Ну, это приезжай, решай с директрисой. Обычно этот вопрос у нас без сбоев. Сирот городская управа не обижает. Ну, спасибо большое. Скоро увидимся.
Давай, приезжай. Здорово. О, привет, Михалыч. С возвращением. Ну, как тут без меня? О, загибаюсь. Отдыхающие как с цепи сорвались. Все идут да идут. Кому каникулы, а мне пахота на морозе. Как там, на родине-то? Да на родине всегда хорошо. Так что можешь отдохнуть пару дней. Вот, за это спасибо. А то тут такие студенточки над головой проплывают. Сердце останавливается. К тебе, кстати, одна приходила. Кто? Ну, не знаю, не представилась. Скромная такая, с двумя детсадовскими. Послушай, побудь еще полчасика, ладно? Я туда и обратно. Михалыч, ты куда? Только ж приехал. Блин, приехал. Здравствуйте, дядя Миша. Привет, Дашуля. С Новым годом. Как вы тут? А у нас Ириша заболела. Прямо не знаем, что делать. А Катя где? Дома. Да вы заходите. Спасибо. Медсестры у нас нет, поэтому кому-то из вас придется находиться рядом с девочкой. Вам или вашему мужу. Я буду с ней. Угу. Проходите. Белье чистое. Комнату приготовили для персонала. Хотя кто сюда пойдет за такую зарплату? Ну, тут тихо, тепло. Я думаю, недельку сможете перебиться. Машина есть? Да, есть. Надо съездить в аптеку, в поселок, за лекарствами. Mm-hmm. Я сейчас выпишу рецепт. Mm-hmm. Спасибо вам, Миш. Я так растерялась, и кому звонить, кого звать. Ну что вы. Да, вот только Дашу сюда, наверное, нельзя взять. Если вы не возражаете, то я могу с ней побыть. Правда? Ну да. Было бы очень здорово. Она ведь совсем взрослая и не капризная. Вот только темноты боится иногда. Вот рецепт. Угу. Я полетел. Угу. Уснула? Кажется, уснула. Пахнет у вас хорошо. Это вы сушите? Да, я. Вот мать и мачеха, чабрец, душица, зверобой. Они тут везде растут. Я собираю. Мать и мачеха. Интересно, почему так называется? Мать и мачеха? Ну вот, смотри. Лист. Сверху гладкий, но холодный. А снизу шершавый, зато теплый. Так и в жизни бывает. Иная мать хуже мачехи. Так, ну все, я пошел. Куда? Опять к своим сироткам? Они не сиротки. Спасибо. Пожалуйста. Как на работе? Нормально. Нормально. Все крутится, вертится. Отдыхающие тоже вертятся. Интересная у вас работа. Нормальная. А когда вы с Катей поженитесь, вы там же будете работать?
А с чего ты взяла, что мы с Катей поженимся? А зачем же вы тогда к нам ходите? Просто так? Ну, не просто так, конечно, но... Понимаешь, Дашенька, не все происходит в этой жизни так, как хотелось бы. А хотите? Я буду вашим напарником. Зачем? У меня уже есть напарник, но... К тому же, эта работа слишком тяжелая для девушки. Согласись. Смеетесь? Зря. Приятного аппетита. Спокойной ночи. Если хотите, можете оставить себе свет на ночь. Спасибо тебе. Даша, я тут подумал. Ты знаешь, я очень нуждаюсь в таком напарнике, как ты. Правда. Извини меня за глупую шутку. Извиняю. У вас все будет хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Коттедж, где живет Татьяна Заболотная. Я оттуда иду, Татьяны Андреевны дома нет. А мне она и не нужна. Мне нужна Катя Фролова. Знаешь ее? Ну, знаю. Только Катя тоже дома нет. Она в медпункте. Блин. А что с ней? Ничего. С ней ничего. Заболела дочка Заболотной. Катя с ней. Зачем? Она что, ей няня или медсестра? Ну, что-то вроде того. Девочка очень к Кате привязалась. Второй день температура не падает. Ты кто? А мы с ней выросли в одном детдоме. Она моя невеста. Приехал ее забирать. Димон! Ты ли? Привет! Привет! Здравствуйте, Михаил. А я смотрю, в окно идут два красавца. Это Дима, знакомьтесь. Мой детдомовский друг. Да мы уже познакомились. Как Иришка? Боремся. Уже лучше. Ну ладно, я пойду. Мне на канатку надо. Спасибо, что проводил, земляк. Будь здоров. Ты какими судьбами? Да вот. Услышал сигнал СОС и сразу же руки в ноги и за тобой. Правда? Спасибо. А я, Катька, на работу в мэрию устроился. Большой человек. Поздравляю. Да я бы и раньше приехал. Да адрес не мог найти. Твой Мухомор Иванович сколько не просил, он все не давал. Спасибо в орготделе, в мэрии помогли. Как он там? А, да что с ним сделается? Живет. Лыжню на лыжне мучает. Ты-то уехала? Да. А я с работы квартиру временную получил. Двухкомнатную. Но я теперь из нее ни за что не съеду. Наша будет. Танком пусть тянут, не съеду. Квартира – это хорошо. Ну так собирайся. Поехали! Не могу я, Дим, пока не могу. Пока Ириша болеет, никуда не поеду. Да. Значит, правду Лилька говорила, что ты чужих детей пригрела? Да, так получилось. Их родители бросили. А кто-то раньше говорил, что чужих детей любить нельзя? Катюха, ты же с этим полжизни прожила. Неужели забыла? Я-то прожила. Не хочу, чтобы они так прожили. А я, как только узнал, что у тебя проблемы, сразу все бросил и приехал. Спасибо. Я знаю, что ты настоящий друг, Дим. Но если ты хочешь, чтобы я с тобой поехала, то бери нас всех, троих. Ясно. А если так выйдет, что их родители возьмут, да и появятся? А? Тогда и будем думать. Но в детдом я их не отдам. Если надо ждать, значит, буду ждать. Пойдем. Я тебе с Иришей познакомлю. Ну, пойдем. Значит,
Все эти штучки твоя мамочка заработала, а? Обалдеть. А что же она их с собой-то не забрала, а? Оставила вам вместо наследства? Ну ничего. Заберете с собой в детдом, сдадите в музей, будут всегда с вами. Это неправда. Катя сказала, что мы никогда не поедем в детдом. Катя, Катя, а что она вам еще может сказать? Да только девать-то вас некуда. Сама подумай, ты же вроде не глупая с виду. Вы все врете. Когда Ириша выздоровеет, Катя и Миша поженятся, и мы будем жить вместе. А вот это, я думаю, вряд ли. Говорит, что Катя и сама выросла в детдоме, и ничего страшного там с нами не случится, а Катя будет нас навещать. Нет, ты что-то путаешь, напарник. Катя специально выходит за него замуж, чтобы вас не отдавать в детдом. Он что, ей нравится? Ну, а почему бы нет? Лично мне он ни капельки не нравится. Ты же у нас дама требовательная. Хочешь прокатиться? Нет, не хочу. Ну, тогда сиди здесь. Я через час освобожусь и провожу тебя домой. Хорошо. Надеюсь, мы друг друга поняли. Больше я вам звонить не буду. Но у вас всего 3 дня. 3. Потом не обижайтесь. Об этом узнают все. Да. О! Дашенька, а я тебя потерял. Ищу тебя все утро, ищу. Где ты? Ну что, пойдем проведаем твою сестренку? Зайдем в кафе, купим мандарины. Любишь мандарины? Ну, я пошел. Давай. Пока.
Ты что, обиделась? Да я пошутил. Никто вас в детдом не отдаст. Совсем скоро у тебя и у твоей сестры будет самая настоящая семья. Вот увидишь. Температура упала. Слава Богу. Вы угощайтесь. Это Даша с Димой принесли. Спасибо. Не хочу. Странно, Михаил. Вот вы должны на меня обижаться, а вы мне помогаете. Обижаться? За что? Ну, хотя бы за то, что я обещала и не поехала с вами в Яхраму. Но еще не поздно. Теперь уже поздно. Ну, значит… Значит, я правильно сделал, что подал заявление на увольнение. Домой поеду. Значит, вы все-таки обиделись. Как? Как я могу на вас обижаться, если… Если я вас люблю. Не надо. Правда. Я полюбил вас в тот самый момент, когда первый раз увидел на лыжах бинокль. Теперь про лыжи тоже придется забыть. Не надо так говорить. Грустно. То, что случилось с девочками, грустно, но… Нельзя же на себя рукой махнуть. Миша. Этих девчонок оставили самые близкие им люди. И я теперь должна стать им ближе, чем были их родители. И я ни на кого не могу взвалить этот груз, кроме как на себя. Вы приносите себя в жертву. Ну что вы. Вы даже себе представить не можете, что вот эти вот девчонки вытащили меня из такой темноты, в которую я теперь ни за что не вернусь. Знаете, как страшно жить, думая, что тебя никто не любит. Вы думаете, я не смогу полюбить вас троих? Заставлять себя ни к чему, а притворяться не получится. Вы замечательный парень, но у вас своя жизнь, Михаил. Спасибо вам за все, тетя Оля. Да на здоровье. Не болейте больше. Хорошо. Привет. С выздоровлением. Угу. Ну, если что, заходите просто так в гости. Буду рада. Спасибо. Но мы, видимо, завтра утром поедем уже. Да, мне на работу уже пора. Спасибо. Это вам. Да что такое? Спрячь, не позорь меня. Богатый? А что, у вас такая большая зарплата? Министром станешь, повысишь. Договорились. Ну что, идем? Ну, бывай, доченька. Спасибо. Давай руку. Счастливо. Бывай. Пойдем. А у меня для вас сюрприз. Что еще за сюрприз? Увидишь. Поехали. Аккуратно. Иди ко мне, Ириш. Мама приехала. И папа. Ну, идемте. Они нас ждут. Иришка. Иришка, доченька моя. Иришка. Тетя Оля делала мне уколы, а я
не плакала. Правда? Молодец. Дорогая моя. Здравствуй, Катя. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич. Всем привет. Давайте побыстрее с этим всем покончим, у меня мало времени. Что ты делаешь? Мы же договорились, наша девочка вот это. Какая разница? Ну все, все. Ну давайте к делу. Итак, дети, мы с вашим отцом разводимся. Суда я не хочу, поэтому мой адвокат приготовил все необходимые о разводе документы. И ваш отец их уже подписал. Мы с ним решили, что Ириша останется со мной, а ты, Даша, переедешь жить к папе и его новой жене. Согласны? С кем я разговариваю? А что вы на нее смотрите? Она только рада будет от вас избавиться. Даша. Даша, мы можем поговорить с тобой в вашей комнате? Она опять на нее смотрит. Даша! Иди наверх, поговори со своим отцом. Иди. О, Боже мой. Ириша, иди, доченька, наверх, собери свои вещи. Мама очень устала. Ты меня слышишь? Катя, ну скажи ей. Катя, я не хочу. И что это значит? Ты должна меня простить, доченька. В жизни такое бывает. Люди вдруг перестают любить друг друга, хотят начать новую жизнь. Ты большая девочка, и я уверен, ты поймешь меня. Мы будем жить в городе, в большой квартире. У Вероники есть собака, очень смешная. Ты будешь учиться в хорошей школе. Я уверен, тебе понравится. А Катя поедет с нами? Катя? Ну, конечно, нет. А я не понимаю, зачем вы меня сюда позвали? Кто мне сказал, что девочки плачут, заливаются слезами, зовут маму, папу? Или вы просто хотели меня выставить на посмешище перед этой курицей? Выбирайте выражение. Я ведь могу и ответить. А я не сомневаюсь. Ириша, Ириша, доченька, хватит за нее цепляться, иди сюда. Катя, скажи, пожалуйста. Ирина, я в последний раз тебя зову. А то я сейчас уеду, и ты меня больше никогда не увидишь. И у тебя будет другая мама. Катя, я не хочу с ней, я хочу с тобой. Девочка моя миленькая, доченька, ну не плачь, пожалуйста. Я тебя никому-никому не отдам. Успокойся. Ну все. Эксперимент окончен. Счастливо оставаться. Татьяна Андреевна, подождите! Куда же вы?
заберите вашу дочку. Она же ребенок, забудет все. Если ты мне еще раз позвонишь, я тебя засужу, как шантажист. Понял? Дашенька. Катя хорошая. Она очень добрая. Но она ведь совсем чужая вам, тебе и Иришке. И потом, ведь она собирается замуж за этого хамоватого Диму. А он вас точно никогда не полюбит. Ведь это он позвонил мне и маме и угрожал, что если мы вас не заберем, позвонить журналистам и рассказать им все, и опозорить твою маму. Разве ты хочешь, чтобы у тебя был такой папа? Пока мы с вами остались одни, Катенька, у меня есть к вам выгодное со всех сторон предложение. Готовы заплатить, чтобы вы уговорили Дашу остаться с вами? Не уверена, что смогу стать для нее хорошей мачехой. Вы не любите чужих детей. Но их никто не любит, и вы не любите. Просто вам стыдно их бросать, когда они так на вас вешаются. Стыд проходит, дети остаются. У Анатолия мягкий характер, он не будет настаивать. Мне не нужны ваши деньги. И я не стану мешать Даше принять ее решение. Какой бы он ни был, Анатолий Евгеньевич, он их отец. И я знаю, что такое вырасти без родителей. Слушайте, вы что думаете, что я не поняла ваш замысел? Играете в добродетельную мать, хотите с помощью опеки получить больше жилплощадь с вашим молодым таким предприимчивым мужем, а детей потом в детдом. Ни за что бы не хотела, чтобы Даша оказалась в одном с вами доме. И сейчас мне особенно страшно за то решение, которое она примет. Юродивая. Там приезжал управляющий базой. К вечеру нужно освободить коттедж. Ну вот видишь, мы и договорились. А Вероника будет тебе хорошей матерью. Она будет тебя любить и никогда не обидит. Пойдем, объявим о нашем решении. Пап. Да? А если бы Дима тебе не позвонил, ты бы не приехал? Ну, наконец-то. Вы договорились? Мы можем ехать? Угу. А где Татьяна? Уехала. А я осталась. Катя, если ты скажешь, то я поеду с ними. Даша, ты сама должна решить. Я уже решила. Если Ириша с тобой, то и я никуда не поеду. Она ведь моя сестра, а ты наша мама. Поехали. Поехали. Не расстраивайся, дорогой. Но
Этого следовало ожидать. А в них течет кровь твоей жены, детдомовки. Все равно они никогда не поймут, что такое настоящая семья. Девочки, собирайтесь. Нам нужно коттедж освободить. А где мы будем жить? А мне комнату должны дать. Мы не поедем в детдом. Ну, ты же сама сказала, что я ваша мама. А мамочки своих деток в детдом не отдают. Собирайтесь. Хорошо, мамочка. Ириша, пойдем собираться. Мы уезжаем! Катя, ну я думал, нельзя отрывать детей от их родителей. Я думал, у нас свои дети будут. Ну ладно, проживем и с этими. А у нас с тобой ничего не будет, Дима. Уезжай. Не говори ерунды. Как ты доберешься с двумя детьми? Ничего. Я теперь сильная. Мама, а куклу мальчику мы тоже с собой берем? Ну, конечно. Ну, раз ты сильная, то и я тогда поехал. Привет. Здорово. А где хозяева? Еще вчера вечером выехали. Уехали? Ну да, к обеду новых ожидаем. Ты же вроде как уволился. Уволился. Ладно, пока. Ну давай. Все? Я поехал. Давай. Ключ в зажигании. По льду не гони. И не забудь заправить. Горючка на нуле. Понял. Может, прокатишься напоследок, пока отдыхающие не проснулись. Прокачу как принца. Спасибо вам, тетя Оль, что пустили переночевать. Да чего уж там. Счастливо. Может, еще приеду рекорды ставить. Приезжай, буду рада. Счастливо. Девочки, прощайтесь. Идем на автобус. Пока, тетя Оль. Ириш, давай руку.
Катя! 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 Ириш, идем. Опа! Пойдем, Даша. Пойдем в автобус. Вперед. Хорошо, что я вас догнал. Предлагаю изменить маршрут на Яхрому. Я ведь вам обещал. Если я приеду один, меня назовут болтуном. Что у вас с ногой? Ничего. До свадьбы заживете.